Старик, ты держись. Все будет хорошо. Где засекли? Антон, где? Я обещаю тебе, мы обязательно ее найдем. Ты слышишь? С твоей мамой ничего не случится. Да, Антош, все будет в порядке. Владимир Николаевич, на два слова. Машину засекли у реки, там, где Новинский убил жену Олега. Тише. Не дергайся. Что происходит? Зачем ты меня связал? Где мы? Была моей подругой. У тебя счастливая жизнь. Муж, сын, интервью вон ходишь, раздаешь. А у меня ничего нет. Только Настя и была. Я не могу отвечать за поступки своего отца. Я хочу, чтобы ты почувствовал, что Настя чувствовала, когда он ее душил. Если ты меня убьешь, а боль она никуда не денется. Я тоже любила Настю, но ее убил душевный больной человек. Мы оба ничего не могли Не знаешь.
Настя не хотела бы всего этого. Она хотела, чтобы ты жил дальше. Я не могу. Я не могу. Я не могу. В порядке, мы просто разговариваем. Алин, ты как? Нормально. Ты что творишь? Все хорошо. А это что? Я не знаю. Ты ничего не хочешь сказать? Алина все сказала уже. Мы давно не виделись. Да. Антон сказал, что тебя в машину запихнули. Он ошибся. Я с ним поговорю. Ты уверена? Моему сыну 14 лет. Он взрослый мальчик, и я его не бросала. Я просто сама уехала с другом. Вообще, какой ваш стиль? Так, все, успокоились. Сама так сама. Антону позвони, он волнуется. Конечно, я позвоню и Антону, и Марку. Не надо звонить Марку. Ходячая проблема тебе. Самолет. Как ты? Пока не понимаю. Держись. Алина, иди домой. Владимир Николаевич, мне лучше здесь, и я хочу помочь. Ребята, попейте кофе. Владимир Николаевич, пожалуйста. Алина, послушай меня. Он совсем рядом. Убит твой муж. Ты просто не можешь, ну, не должна. Для тебя это слишком личная история. Ну, что я тебе объясняю? Ну, ты сама все знаешь. И что мне делать? Что? Вы с Антоном должны уехать. А потом? Сидеть и ждать, пока он нас найдет?
Единственный способ спастись – это быть на людях. К тому же, если я ничего не буду делать, я сойду с ума. Ладно. Парни! Здравия желаю. Алина Борисовна продолжает работать над этим делом. Владимир Николаевич. Все, решено. Будет охрана. И она продолжает консультировать нас как психолог. Копируют известных маньяков, значит, нужно искать оригинал. Вот. Мария Сидорова. Известна как зюзинская маньячка. Нападала на пьяных мужчин и перерезала горло. Неестественная поза трупа не оставляет сомнения в том, что Марка, Ванникову и Перегудову убил один и тот же человек. И все, что она делает для меня. Значит так. Отрабатываем все контакты Марка. Алина Борисовна поможет. Пересматриваем все камеры в округе. Опрашиваем продавцов магазинов, ларьков. Ищем водителей такси, автобусов, которые могли оказаться на месте преступления. Все, работаем. Все эти убийства действительно как-то связаны с вами, но ее цели мы пока не понимаем. Будьте осторожны. Спасибо. А это что? Это Дуся. Взяла в приюте. Там лужа? Угу. Не страшно. Ей просто нужно время, чтобы адаптироваться. Сейчас я позавтракаю и все уберу. Ольга, ты не могла бы иногда на меня посматривать, когда разговариваешь со мной? Я смотрю. А что случилось-то? Ну, подумаешь, кошка сделала лужу. Ну, что такого-то? Дело не в луже, Оля. Дело в том, что ты взяла животное в дом, не посоветовавшись со мной. Я здесь тоже живу, между прочим. Или ты забыла? Не кричи, она нервничает. Впрочем, да, забыла. Ты уже несколько лет на меня не обращаешь внимания. Вечно в своем планшете или телефоне. Здравствуйте.
Вон то место, о котором я вам говорил. Пойдемте. Ну вот. Устраивает? Ну, я тогда пойду все оформлю. Жду вас в офисе. Хорошо. Митрофанова? Да, Вадим. А как вы? Я понимаю, что вы выполняете свою работу. Но я хочу сходить на могилу отца, и это личное. Да, конечно. Я понимаю. Спасибо. Борисовна, вы в порядке? Я вызвал скорую. Не надо, отменяй. Я в порядке. Марка, предположительно, убила женщину. На Алину, скорее всего, тоже нападала женщина с длинными рыжими волосами. А мы делали упор на мужчин, родственников жертв. Ну, кто же мог подумать, что это могла быть женщина? Поэтому нужно просмотреть еще раз всех и искать женщину с рыжими волосами. Нужно еще раз съездить на кладбище и осмотреть место, где на меня напали. Вот это правильно. А если вы еще раз сбежите от Вадима, я добьюсь его увольнения. А при чем тут Вадим? Я сама его попросила. При том, что мы отвечаем за вашу безопасность. Если вы дальше намерены сотрудничать со Следственным комитетом, постарайтесь исполнять наши указания. Понятно выражаюсь? Так точно. Будто слов прошу. Если здесь ничего не найдем, нужно осмотреть всю дорогу отсюда и до самого выхода. Возможно, она могла скинуть орудие преступления по дороге. Интересно. Что там? Мисс красоты, школа номер 5, 2005 год. Нужно дать команду отправить на экспертизу, могли остаться следы. Ничего не понимаю. Куча вопросов.
Зачем она разбила памятник на могиле отца и зачем пришла на кладбище с этим? Да, ерунда какая-то получается. Или она пришла навестить усопшего. И оставить статуэтку там? Ну, есть такая традиция. Понять бы теперь, к кому она приходила. Денис, нужно выяснить, кто-нибудь из жертв Новинского учился в пятой школе? Она могла знать вас? Возможно. Но получается, это как-то связано с папой. Савина училась в пятой школе. Ее бывший муж живет по адресу Весенняя, 24, тут рядом. Поехали? Поехали. Следственный комитет, полковник Тарасов. Сколько можно? Я уже вашим все рассказывал. Может, хватит уже? Надю не вернуть. У меня жизнь налаживается, новая семья. Сын, он скоро родится. Не волнуйтесь, пожалуйста. А как мне не волноваться? У меня жена беременная, а вы тут пугаете ее. Мы просто делаем свою работу. А вы нас простите, но нам правда важно знать одну деталь. Ну? Может быть, Надя участвовала в каких-то конкурсах красоты, когда училась в школе? А это тут при чем? Ну, вроде участвовала. Она как-то упомянула, что победила в каком-то таком конкурсе. Вам знакома эта вещь? Первый раз вижу. Надя хранила свои вещи у отца. У отца? Да, ее родители вместе не жили, а развелись, когда она еще училась в школе. А у отца Нади были еще дети? Да, дочь Александра. Надина сводная сестра. Я ее сам не видел, она какая-то непутевая была, в тюрьме сидела. А где она сейчас, я не знаю. Надя рассказывала, что они близки в детстве были, а потом их пути разошлись. Напомните, пожалуйста, девичью фамилию. Надежда. Винокур. Надежда Винокур. Спасибо. Вы нам очень помогли. Спасибо. Ну что, нужно звонить ребятам, узнать адрес этой Надежды Винокур? Звони. Стажера вашего не видит. А почему он вас так волнует? Стоять! Вадим? Молодец. Все, 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 тихо. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Типа я их замочила, да? Вы что, с ума сошли? А мне это зачем? Вот и начните с рассказа, зачем вы напали на Алину Борисовну. И кепку снимите. Послушайте, я не хотела, это случайно вышло. Я сестру свою очень любила. Хоть и подцапались потом. Я все пыталась помириться, а Надька... Надька у нас упертая такая, ни в какую. Я переживала, пить начала. Потом пьяная мужика сбила. Посадили. Думаю, ладно, выйду, я
точно с Надькой помирюсь. А ее папаша задушил. А ваш? Я же недавно освободилась. Чердак стала разбирать. И смотрю, там этот кубок ее нашла. Помню, как Надька прыгала, когда его получила. Я подумала, отнесу его на могилу, оставлю там. Пошла. А по дороге наткнулась на могилу вашего папаши. Лежит себе спокойно. Там же, где и моя сестра. Я разозлилась. Я разнесла там все к чертовой матери. А потом вы. Я испугалась. Я подумала, что вы меня в полицию сдадите, а мне нельзя, у меня УДО. Простите меня, пожалуйста. Я не хотела. Она никого не убивала. Откуда знать? Опять чудеса психологии? Бросьте. Вы тоже так думаете? Не похожа она на убийцу. Вам ли не знать, что люди часто не те, кем кажутся? На отца моего намекаете? Вам же не казалось, что он убийца, верно? Не казалось. Он мой отец. Мы не всегда способны адекватно оценивать своих близких. Всего доброго. Нет, я не видела подкаст, он же только вышел. Сейчас. Я, кстати, отдала кошку обратно. Посмотри обязательно. Ильке, ты что делаешь? Ну я же разговаривала, ну. Зачем ты отдала кошку обратно? Потому что тебе не понравилось. Чтобы я чувствовал себя виноватым? Ну при чем здесь ты? Я ее взяла, я ее вернула. Потому что я на себя накричал. Но она же тебе не понравилась. Я накричал на тебя, потому что ты со мной не посоветовалась. Ну мне ее вернуть назад, что ли? Боже мой, Оля. По-моему, мы устали быть вместе. Ах, ты устал? Не могу. Антон еле уснул. Надо как-то... как-то попытаться с этим справиться. Я справлюсь.
Алиби у Винокур есть. Она была в кино. Мне сначала показалось это странным, но я проверил все камеры в кинотеатре. Я проверил все камеры по городу. Она реально там была. Так что в момент убийства Марка она была в кино. И это не она. Конечно, не она. Это Артемий Розов. Здравствуйте. Преподаватель Ярославского театрального института. Я хочу, чтобы он посмотрел видео убийства Марка. Меня интересует пластика убийцы. Игорь Тарасов. Артемий Розов. Прошу вас. Благодарю. Присаживайтесь. Я... Движется странно, не свободно. Она убила человека на центральной площади при свидетелях. Она мечется, паникует. Она как раз уверена и не мечется. И не она, а скорее он. Почему вы так думаете? У мужчин и женщин разная походка от природы. Мужчине не просто скопировать женскую грацию. Перед нами неплохой артист. Но когда он торопится и убегает, видно, что он только пытается имитировать женскую пластику. Вот, посмотрите внимательно. Когда он идет, он усердно виляет бедрами, держит голову. А когда бежит, то и дело переходит на типично мужской шаг. На мой взгляд, это мужчина. Скажите, а что он делает с телом? Знаете, мы сами не можем понять. Может быть, вы могли бы прокомментировать вот, вот это? Очень интересно. Если это сделал один человек, то он точно имеет отношение к театру. Почему вы так решили? Биомеханика Мирхольда. Простите, расшифруйте. Мирхольд разработал систему сценических движений. И некоторые из них начинаются с похожего положения тела. Ну, понятно, что ваши трупы статичны, но это точно она. Я когда-то в молодости с одной коллегой увлекался этой теорией. Даже диссертацию написал. Спасибо. Ну? Вы нам очень помогли, это действительно важно. Благодарю. Всего доброго. Спасибо большое. Нужно проверить еще раз алиби всех артистов, их не так много. Алина. Подождите. Я хотел извиниться за вчерашнее. Наверное, Новинский был хорошим отцом. И, конечно, вы смотрели на него сквозь розовые очки. В общем, я был неправ. Извините. Не стоит, вы меня не обидели.
Это может сделать только близкий человек. Вы можете хотя бы извинения принять нормально? А у вас, знаете, с Сашей Винокур очень много общего. Вы тоже не умеете сдерживать свою агрессию, хорошо хоть людей не бьете. Всего доброго. Здравствуйте. Как вам известно, мы расследуем преступление, связанное с вашей коллегой. Нам необходимо вас допросить. Сейчас вы пройдете с нашими сотрудниками и ответите на все их вопросы. Рекомендую вспомнить, где вы были позавчера, в 7 вечера. Отвечать честно, все равно проверим. А если я была, пардон, в отеле с кавалером? Назовите имя кавалера, мы проверим. Молодой человек, есть имена, которые вслух лучше не произносить. Я думаю, для вас мы можем сделать исключение. Между прочим, среди нас может быть маньяк. Андрей Викторович, не льстите себе. Ваша репутация явно преувеличена. Ирина Федоровна, я учту ваше замечание. Товарищи, я прошу всех подняться в дирекцию. Товарищи, прошу пройти. Привет. Вот решил зайти. Зачем? Ну, как-то в прошлый раз у нас с тобой... Да как будто извиняться пришел. Ну, все же понятно, мы же с тобой взрослые люди. Ну да, взрослые люди. Подожди, вот это что? Ничего так, пустяки. Все нормально. Извини. А вот это тоже пустяки? Это тоже нормально? Тебя муж бьет? Ну, бьет, значит, любит. Это из-за нас? Прости, просто мне казалось, что у вас свободные отношения. В смысле? Он мне изменяет, я ему изменяю. Он режиссер, я актриса. Ты думала, это у нас все в порядке вещей, да? Да, прости, мне так показалось. Что-то происходит. Что вы тут делаете? Извините. Я ухожу. Если ты еще раз хоть пальцем ее тронешь... Что ты мне сделаешь? Арестуешь меня? Наркотики мне бросишь, да? Я тебе морду набью. Пошел отсюда в дирекцию, козел! Андрей, хватит! А ты слышишь, давай, уходи, это не твое дело. Сейчас мне мертвый его сюда тащишь. Совсем с ума зашло, что ли, да? Не надо! Хочу тебе рожу разбить прямо сейчас. Готов? Ну! Готов! Руки чешутся! Да все, хватит! Хватит. Я хочу написать заявление. Ваш сотрудник избил меня. Кто конкретно? Я не помню, кто конкретно. Он приходил сегодня к нам в театр. А, простите, что вмешиваюсь. Но мне кажется, я знаю, о ком идет речь. Я хочу, чтобы вы его наказали. Мало того, что он крутит роман с моей женой, он еще и руки распускает. А мы обязательно во всем разберемся, если нужно, накажем его. Я хочу написать заявление. Дело в том, что у него очень сложная ситуация. А мне какое дело? Он сейчас ведет расследование. Очень серьезное. Много жертв. Все молодые девушки. Находятся просто на грани нервного срыва. Если вы напишете заявление, его отстранят. И жертв тогда может стать еще больше. Вы готовы взять на себя такую ответственность? Хорошо. Только пусть он отстанет от моей жены. Всего доброго. Спасибо вам.
папу убили из-за меня. С чего ты взял? Мы часто ссорились. Из-за этого мы разошлись. А если бы мы не разошлись, то он бы не гулял по площади, и его бы не убили. Антон, ты тут ни при чем. Это я подала на развод. В смысле? Антон. Антон! Антон! Алина Борисовна. Я сама, догони его! Антон! Уже 2 часа прошло. Надо успокоиться. 2 часа не так уж и много. Так. Надо обзвонить друзей. Сейчас у меня был его номер. Абонент временно недоступен. Что? Я сейчас попробую узнать адрес через коллег. Здравствуйте, а я могу увидеть Павла? Сейчас, подождите. Я позову. Павлик! Павлик! К тебе пришли! Павлуш! Здравствуйте. Простите, я в душе был. Тому не приглашаю, папа плохо себя чувствует и не очень любит гостей. Антон пропал. Как пропал? Обиделся на меня и убежал. Он тебе не звонил? Минутку. Телефон сел, я только зарядил его. Нет. Слушай, если он позвонит, дай мне знать. Да, конечно. А лучше даже уговори его вернуться домой. Хорошо. Спасибо. Прости.
Оль, нам надо разойтись. Не поняла. Все ты поняла. Мы больше не можем быть вместе. Почему? Я полюбил другую женщину. Ты мне изменил? Нет, я никогда не делал этого. Просто я не хочу тебя обманывать. Прости, но я больше не люблю тебя. А кто она? Неважно. Устал, пойду лягу. А ты как? Прости. Антон? Антон, прости меня, пожалуйста. Нет, мама, это ты меня извини. Антон, ну что ты нас так пугаешь? Ты его нашел? Он сам нашелся. Нет, это неправда. Он и нашел, и помог. Ой, пойдемте чай пить. Пойдем, пойдем, раздевайтесь, пойдемте. Раздевайся, раздевайся. Ну, он реально был здоровый. Угу. Блин, я стою там, и вроде как дома, вокруг люди. А я как-то отморозился и даже сказать ничего не могу. И он, понимаешь, уже... Прям тут, совсем близко. Мам! Что случилось? Это он. Кто он? Мама, это он за мной гнался. Что стряслось? Что за крик? Так, подожди, а когда он за тобой гнался? Я не знаю. Он что-то от меня хотел и потом гнался за нами. Ой. Так, я сейчас... Сумка. Убежали. Подожди. Это рюкзак Антона. Вы зачем за ним гнались? Конфета. Странный он какой-то, Алина Борисовна. Наркоман, что ли? Нет. Он болен. Идемте в дом. Вы вместе были? Почему вы мне ничего не рассказали? Паш, ладно, он подросток, но ты взрослый человек. Хотя какой ты взрослый, целыми днями режешься с ним в приставку. Мам, оставь его в покое. Антон, не надо его. Подожди, Паш. Отпусти его. Между прочим, человек дома ждут. Ты вечно все портишь. Я не должна была срываться на Паше. Прости, пожалуйста. Просто я очень сильно за тебя испугалась. Я позвоню ему и извинюсь. Точно? Обещаю. Вы же... С отцом не любили друг друга?
папа уходил от нас, ты должен помнить. Я помню. А потом он захотел вернуться. И ты его простила. Простила. Больше не любила? Папе было важно исправить свою ошибку, но исправление ошибок и любовь – это разные вещи.